Очень хорошая карта, я решила ее записать. Какое счастье к нам придет? А придет то, что исполнятся какие-то наши действия, которые мы очень давно предпринимали и очень этого хотим. Либо это будет переезд. Кто хочет переезда и по самому-самому счастливому сценарию. По самому счастливому. Под лучами спики. Единственной звезды, которая дарует тотальное счастье. Либо речь идет о работе, что вы устроитесь на работу. Ту, которую вы хотите. Или ваша деятельность принесет свой результат, или вы начнете деятельность, которая принесет большой результат. У вас очень сильная позиция, сильнее сложно представить. Шаг тут 3, то есть 3 месяца. У кого-то очень длинные играющие планы, 3 года, все самое по самому счастливому сценарию. Вы будете недовольны, можете даже плакать. Кто как. Но счастливее варианта нету. Единственное, что Нептун, стоящий в самой высокой точке карты, вносит путаницу. Либо это речь идет о воде большой, море, океан, там огромное озеро, музыка, химия, или вносит некоторую путаницу. Решать тут надо по интуиции, больше ничего. Откиньте разум, если у вас выбор. Откиньте разум, решайте по интуиции. Но все равно самым счастливым все путем разрушится. Под лучами спики, которые все ждут, не знают, может, как называется в жизни. Но все ее ждут. Когда же оно взойдет? Вот она сейчас сияет. И сейчас она сияет над планами переезда или работы. Других областей это не касается. Или какой-то деятельности, которую вы долго делали или хотите делать, закладывать. И эти энергии могут идти даже после, как бы, нашего ухода в мир иной. Очень долго. Вот эти фабрики, которые 200-300 лет работают, шоколадные, все это с энергией спики связано. Первое обезболивающее демонстрировали тоже, когда спика горела. Первые перелеты между океанами тоже были под лучами спики. Можете судить, как долго это все работает.